Не знаю. Не знаю. Могу сказать одно. Мне нужна слава, мне нужна медийность, мне нужны роли, мне нужно работать. Я хочу это все. Как это будет? Только Бог знает. Не знаю. Кто-то очень много работает, но не добивается ничего. Кто-то вообще не работает, у него все валится и валится. Не знаю. Вот у меня курс был, мы закончили сколько? 22 человека. Снимаюсь я, Александр Олешко. Ну и все. Ну и так, некоторые. Вот все. И вот так у всех. То есть вот всех со всего курса 1-2 человека выстреливают. Хотя я на курсе не был самым таким, ну, звездой я не был. Я был, можно сказать, в аутсайдерах. Почему? Я не знаю. Ну вот не знаю. Намного талантливые есть люди, но вот почему? Не знаю. Не знаю. Вот не знаю.